Я слышал, вы ищете мужчину? Мужчину в оранжевом костюме? Мужчину с монтировкой? Гордон Фриман. Сержант Митчелл во плоти. Или скорее, его останки. Я должен признать, я впечатлен тем, что вы вернулись живым из черной мезы. Даже если это не было нашей целью с самого начала, вы все еще здесь. Вы должны были просто умереть там, но вы здесь. Вы доказали, что вы человек с редкой убежденностью. Что ж, вы видите, мистер Митчелл, мы не можем позволить вам убить доктора Фримена. Пока. Я просто не понимаю, почему это такая важная вещь. Капитану нужно увидеть это. Капитану нужно увидеть что? Он исчез, но теперь вернулся. Подарок для капитана. Ты ее помнишь? Бог нам поможет. Нет, Бог будет стоять подальше от этого. Добро пожаловать! Добро пожаловать в сети 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас? Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о сети 17, что решил разместить здесь свое правительство в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю сети 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь, или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в сети 17. Здесь безопаснее. Эдриан?